Вы знаете, ему не надо было выделяться, у него было свое место. Он его каким-то странным образом занял. Он был актером самого престижного театра страны. Я помню до сих пор его интонации, Петина. Замечательно, он так точно играл. Он был так органичен, так достоверен на сцене. Образы, в которых он появлялся на экране, так полюбились советскому зрителю. Он был, конечно, очень тонкое вообще существо. Но и выдающегося артиста не обошли стороной. Семейные невзгоды. Я мечтала, как я с ним познакомлюсь. И скажи ему: Петр Иванович, я ваша дочь. Доброволец против Бубликова. Несыгранные роли Петра Щербакова. В воскресенье на ТВ-РУС.